Все обычно у нас спрашивают, почему советские машины. Ну, конечно, ответ у нас один и тот же, потому что это наша история. Наши отцы, деды, прадеды ездили на подобных машинах. В то время, если ты имел иномарку, то машина, конечно, госбезопасность отбирала, а с тобой уже прокуратура занималась. Из-за этого все старались ездить на советские машины. А впечатления у них всегда одинаковые. Они всегда говорят, что вот я начал ездить на подобной машине, научился водить машину. Дед ездил на машине, отец ездил. У нас в семье была вот такая машина. И все стараются как-то свои эмоции, свои воспоминания передать. И часто, когда я провожу экскурсию, то они тоже синхронно вместе со мной разговаривают и вспоминают те минуты, те часы и месяцы, которые они проводили с этими машинами.